Здравствуйте, друзья! Я не получил раунд серебряный. Случайно подвернулся. Товарищ приобрел. Я написал туда по его наколке. Но там сказали нету. А он написал с заявкой, как говорится, оформил ее. И мы ее прислали, так что вот так вот магазины эти работают. Так, это год барана. Я собирал медные, а потом начал серебро. Завод перестал медные делать 2 года. Только серебряные выпускал. Теперь коллекция какая-то смешная получается. Вот она займет свое место. Тут к медному. Ну, такой невыразительный какой-то такой. Так вот получается, лошадь есть. Удалось приобрести. Так, сейчас свет включу. Может, получше будет. Блестеть. Так, потом, значит, год обезьяны. Ну, тут все одинаковые сзади. Год петуха. А начал я с года... Год кабана был. А потом вот выискивал их. Вот это блестящее под пруф сделано. Остальные все матовые. Но объединяет их все вот этот орнамент по кругу, который идет. Так. Вот он, кабанчик. В капсуле. Серебряную я не купил, дорого это все казалось. Вот крыска интересная. Так это. Огрызается. Вот серебряная крыска, она темнеть начала. Хотя и в капсуле лежит. Так, а потом был год быка, и они медные не сделали, это пандемия началась, и они говорят, что у них народу не хватает, еще чего-то, и, короче, они перестали медь выпускать, невыгодно стало, серебро гнали. Год тигра. Успел приобрести еще.
Шерхан. Вот. Серебряная есть, медная нет.